Алексия А. Писал. И я рада, что вы с нами. Ну, я тоже. И сегодня у нас снова съедобное видео. Съедобное видео, точно. Именно так мы его с Алексией называем. Да. Мы знаем, как вы все любите съедобные челленджи. И сегодня мы с вами будем готовить сами, готовить чипсы. Да-да, вы не ослышались, мы сами с вами будем сегодня делать чипсы. Ну и потом, конечно же, будем сравнивать их с чипсами покупными, которые Алексей очень хочет и очень любит. Ну что, пойдем на кухню? Начнем? Пойдем. Поехали. Для начала нам нужно почистить картошку. Почистим картошку. Но в самом начале нашего видео я хочу поздравить тех девочек, которые угадали, правильно, точнее, ответили на наш вопрос в предыдущем видео. В каком видео? Сухарики против обычной еды. Да, это тоже было съедобное видео. Мы задали вопрос, какой? Что же находится в этой соломке? В этой соломочке. И правильный ответ — это трюфель. И правильный ответ, совершенно верно, это трюфель. И первая на него ответила Мария Соляник. Машенька получает от нас, показывай. Да-да-да-да-да-да. Вот такую вот малышку. Это просто невероятно классная куколка. Она такая мягенькая, да. Можно даже сказать, что она антистресс, потому что она, ну, прямо ми-ми-ми-ми-ми. У нее есть вот такое колечко, где, то есть ее можно использовать как брелок. Можно, например, подвесить к сумочке, ну, а можно даже просто спать. Я бы с ней спала бы. Такая классная малышка. Так вот, Машенька, это отправляется к тебе. И еще ты получишь от нас подарок, вот такой вот магнитик с логотипом нашего канала. Ну и еще двух других девочек, которые чуть-чуть позже, но тоже ответили правильно. Это Алина Дундер и Аня Кирпикова. Вы получаете от нас вот такие вот классные конфеты из нашего челленджа какого? Попробуй не запить. Попробуй не запить. Тоже съедобного. Тоже съедобного, да. И Алексей нюхает ручку совершенно правильно, потому что... Это ароматизированная ручка. Она невероятно просто классно пахнет, ее хочется съесть. Это тоже ручка антистресс, потому что она такая прямо вся мягенькая, резиновая. Ее тоже хочется жамкать. Вот. И, кстати, когда пишешь ею, то текст тоже написанный будет пахнуть вот таким вот ароматом классным, как сама эта ручка. Так что, девочки, и да-да-да, и, конечно же, магнитик вы тоже от нас получаете. Поздравляю победителей, девочек. И что я еще хотела сказать? Ну, конечно же, принимайте участие в наших других викторинах. Для того, чтобы не пропустить наши викторины, смотрите наши видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Потому что в некоторых из них мы будем задавать в конце видео вопросики. Ну и, соответственно, кто будет отвечать правильно, тот будет от нас получать такие вот классные подарочки. Не обязательно такие же, каждый раз будут подарочки меняться, но всегда обязательно будут победители получать подарочки. Да. Ну что, начинаем чистить картошку? Да, начинаем. Начинаем готовить чипсы. А то уже хочется, правда, попробовать? Начинаем. Для того, чтобы нам приготовить чипсы, обычные чипсы, нам нужна картошечка, вот такая вот мы ее почистила. Да. Маслица. Растительное масло. Да, и соль и мелкая. Больше ничего. Да, да, и больше ничего. Мы, так как это у нас челлендж, да, мы, кстати, сказали, это же у нас челлендж, мы да, же будем соревноваться, челлендж, чьи чипсы получатся вкуснее. Да. Мы взяли буквально по одной картошечке, но вы, конечно же, можете делать сколько вы хотите. Да. И да, ребята, я вам обещаю, что после этого видео вы реально научитесь сами делать чипсы буквально за 5 минут. И у вас дома будут чипсы. Это очень классно. Ну что, нарезаем тоненько-тоненько. Чем тоньше, тем лучше. Мы просто нарезаем картошечку. Ну, получается. Каждый из нас, да, старается делать лучше. И... У мамы получается лучше. Мама опытный повар. Мама опытный повар, да. Ребята, конечно, порезать тонко очень сложно. Лучше попросить взрослых, чтобы они вам помогли. И ножи, конечно, если вы умеете, уже вы самостоятельны, то можете брать такие ножи, как у нас, но вообще лучше возьмите безопасные с закругленным кончиком, чтобы все-таки не порезаться. Мы голодные и очень хотим сделать чипсы. Будем кормить и папу, и себя. Значит, после того, как мы тонко порезали, так как я уже порезала, я вам расскажу, что делаем дальше. Я еще вот так вот порежу. Ну, твое дело, твои чипсы, твой продукт. Значит, мы просто-напросто на любую тарелочку, которую можно в микроволновую печь,
запустить, потому что не вся посуда может использоваться в микроволновой печи. В общем, любую тарелочку просто-напросто вы на нее немножечко поливаете растительного масла. Давай мне. Давай, Алексей, себе. Потом просто-напросто я размазываю это вот так вот кисточкой. Тут у нас укропчик. Немножечко в кисточке. Да. Кстати, потому очень вкусно. Да, ты же, кстати, хотела сделать зеленью. Да. Алексей, появилась идея, она хочет сделать зеленью, поэтому я взяла. На тебе, пожалуйста, зелень. Я могу тебе помочь порезать. Хочешь, мелко порежу тебе укропчик? Порезать? Давай. Порежу. А я пока расскажу, что делать дальше. А ты рассказывай, что делать дальше. Да. На эту масляную тарелочку ложим наши картофелинки. Просто раскладываем картофелинки, да-да-да. Чтобы они были одна от одной, чтобы не друг на друга. Ой, мама, да. Ты меня напугала этим. Я тебя чем? Тем, что надо... Чтобы было друг от друга. Не, ну просто не накладывать одну на другую. Просто рядышком кладем. Я имею в виду, что... И посыпаем обычной солью. Кстати, у нас с трюфелем. Да, у нас соль с трюфелем, но подойдет любая мелкая соль. Вы посыпаете. На самом деле можно и не посыпать. Потому что можно, может быть, кто-то не любит соленые чипсы. Это укропчик для Алексея. Она хочет делать с укропчиков. Мы будем сравнивать с тобой. И... На, пожалуйста, клади. Класть тебе. Да, как только не на все, не на пожалуйста, все. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Угу. Так, вот моя тарелочка. Посыпаем ее солью. И, в общем-то, все. Это можно отправлять в микроволновую печь. У Алексея с укропчиком, а у меня... Ой, мам, у тебя больше. Больше картошки получилось? Да. Потому что у меня мельче порезано, посмотри. У Алексея покрупнее порезано, вот видно. А у меня потоньше. Ну, потому что, действительно, это непростая работа по... Тонко порезать. Ну что, отправляем в микроволновку? Давай сначала твою, наверное, да? Да, давай сначала. Пошли. Все, ставим в микроволновку. Закрываем. Да, на максимальную мощность. Ну как там? Можно, конечно, контролировать. И, кстати, уже ближе к... тому, как они приготовятся, вы уже увидите, что они начинают подрумяниваться и коричневеть. Да, коричневеть. Наши пока еще не подрумяниваются. Нет, не наши пока еще желтенькие, светленькие. Ждем. Давайте заглянем. Ну, вот это состояние, они еще пока не готовы. Да. Нужно еще немножечко все-таки. Да, вот это вот еще маловато. Они ведь еще пока желтенькие. Давайте еще. Да, главное камеру не закрыть, микроволновки. Да, это важно, да. Да. Итак, включаем еще. Еще не румянится. Кстати, там масло шипит. Да, если будет что-то шипеть, вы не переживайте, это нормально, это просто масло шипит. Ну, оно ведь горячее. Кто потом будет мыть микроволновку после вас? А ничего, там все хорошо, да, пап, честное слово. Что? Да, мы уже пробовали. Да. Все, вообще даже ни одной брызгал, ни одного вот капельки ни одной никуда не упало. Все было хорошо. Ну что, вот сейчас я вижу, что они прям уже поджариваются, но подозреваю, что картошечка слишком толстая, печи все не будут хрустеть. Ну посмотрим, все, открываем. Уже? Так. Эй, какая горячая. Так, Алексей, отойди, пожалуйста, я ее ставлю. Убегаем. Так, ну что, смотрим. Ой, соль, вот смотри, такие у нас чипсики получились. Не торопись, Алексей, не торопись, потому что они еще горячие. И сейчас еще хрустеть не будут. Подожди, пусть они вот полежат, пока вот они просто получились, как жареная картошечка. Ну, вкусно, наверное, да? Вкусно. Очень вкусно? Ну что, пробуем мои жарить. Что с ними произойдет? Ну, у тебя лучше получится. Ну, у меня просто, да, потоньше, конечно, поэтому посмотрим. Но зато, кстати говоря, моя уже картошка дала сок, пока твоя жарилась. Может быть, даже и тоже не очень-то выйдет. Посмотрим. Надо все-таки было сразу. Кстати, так можно готовить жареную картошку когда один дома. Да, когда, ребята, если вдруг вы дома, нет взрослых и очень хочется кушать, но есть микроволновка и картошка, все, вы спасены. Все, вы спасены. Да, вы просто-напросто режете ее на кусочки, отправляете в микроволновку. И вам можно посыпать солью, да. И все. Да, я думаю, что вам точно очень понравится это блюдо. Угу. Если вдруг даже картошка слишком толстенькая, она все равно будет очень вкусная. Она просто не получится как чипсы, но она получится как жареная,
Очень вкусная картошечка. Это вот точно. Я обожаю жарку. Алексия уже вот попробовала, да, очень-очень классно получается. Так что посмотрим сейчас, мои чипсы удадутся или нет. Давай посмотрим пока, что с твоей. Отделяется уже хорошо, да? Ну вот, посмотри, вот это прям хрустик получился. Не трогай, мама. Посмотрите, ребята, видите, какой прямо хрустик вышел? Я его буду есть. Конечно, ты его будешь есть. На, держи. Потом. Давай посмотрим. Вау, какие хрустики, ребят. Вот, посмотрите, у Алексея получились вот такие вот хрустики, прям самые настоящие. Вот когда она подстыла уже, их можно от тарелочки. Вот это вот, например, толстенькая, и она получилась мягенькая, видите? Но она тоже будет вкусная однозначно, но она не будет хрустеть. А вот те, которые тоненькие, они вот прямо чипсиками получились. Вот прям можно их вот так вот, видите? Ну, мама, не ломай мои чипсы. Не-не-не, я не буду ломать, ты сейчас будешь их пробовать и рассказывать нам, как тебе. Так, там, ну, теперь раз, назовем мои. Два. Эй, посмотрите, что у меня получилось. Вот. Мамины чипсики. И очевидно, так, что у нее больше, чем у меня. Ну, ты просто уже половину съела, не дотерпела, да? Угу. Так, вот какая-то у меня странная с этой стороны. А, ну она просто пережарилась. Конечно, пап. Пробуй такую и пробуй мою одну. И как раз скажешь, будешь наш судья. Подожди, пусть моя подсохнет еще. Они у меня еще не остыли, чтобы они хрустиками стали. А Алексей уже хрустит вовсю. Вкусно. Давай ты еще свою попробуешь. Конечно, сейчас попробуем. Просто я твою попробую, а ты мою. Конечно. Я твою попробую. Конечно, конечно. Просто давайте сейчас подождем, когда моя картошечка остынет. Это долго ждать? Нет, это недолго. Но мне понравилось. Понравилось? Очень вкусно. Моя. Я же говорю, это очень вкусно. Очень понравилось. Вкусные чипсы. Тебе только понравилось именно моя. И причем это получается, ребята, натуральные чипсы. То есть это без химии. Да, это натуральная картошка. Ну, безусловно, приготовление в микроволновке – это не самый полезный способ приготовления, но, тем не менее, это лучше, чем есть покупные чипсы, мне кажется. Как ты считаешь, пап? Ну, полезнее, наверное? Наверное, полезнее. Все-таки это натуральный продукт, картошечка, без фритюра. Мне очень хочется. Я уже все свои слопала. Ты уже слопала? Зачем ты, папе-то? Дай нам всем попробовать. Папа, папа тоже слопает. Один у меня уже подсох, я попробовала, очень вкусно. Это твоя? Да. Нет, поменяемся. Поменяемся. Потрясающе вкусно. Очень вкусно. А я маме запробую. Просто класс. Так, сейчас пробуем. У тебя пересолено. Пересолено? Может быть, я много соли? Алексей сейчас наговорит, да? Очень хочешь выиграть в этом челлендже. Дайте воды рядом! Да-да-да-да-да. Ну, папа сейчас определит, чьи чипсы были вкуснее. Воды. Папа наш судья. Вот я все отделила, теперь просто нужно подождать, когда мои подсохнут. Это много соли. Мы сделали, конечно же, очень немножко, но просто для нашего челленджа. Просто чтобы попробовать и показать вам, как можно сделать чипсы. Но на самом деле, конечно, можно сделать на большую тарелку, на большой противень. В общем, большую посуду, которая войдет в вашу микроволновку, всю ее заполнить. И поверьте мне, вы пальчики оближете. Ну что, ребята, в общем, мы так и не дождались, когда мои чипсы подсохнут, потому что пока они сохнут, Алексей, все уже хрустящие, все слопала. Кстати, пап, ты не попробовал мои? Давай. Надо попробовать, чтобы дать оценку моему произведению. А ты мои попробовала? Ага. Ну, в смысле, ты их все съела. Тебе какие больше понравились, твои или мои? Мои, потому что мои были более хрустящие, потому что у меня больше было хрустящих. Кстати, действительно, несмотря на то, что я порезала тоньше, у Алексея реально получились более хрустящие. Даже не знаю, в чем секрет. Может быть, действительно не стоит так уж тонко резать. Но даже те, которые не хрустят, они очень вкусные. Но теперь сравниваем с обычными чипсами. Ну, конечно, ребята, эти чипсы покупные, они не из натурального картофеля сделаны. Поэтому пользы в них гораздо меньше. Но, конечно же, они хрустят. Классно. Ну, что скажешь? Какие лучше? О! Держисики. Ну, мое мнение, это вообще какие-то порошковые, папа. Они из порошка делаются, вот эти чипсы? Эти, да. Вот я чувствую реально вот химию. Просто химический состав у них. Химоза, как их называют такие продукты. А в отличие от моих? Нет, они делаются из картофеля.
Не совсем из химии, но из картофеля. Из почему? Изменения. Просто порошок. Очень много, да, всяких паста. Добавок. Картофельная паста, да, наверное. Да. Но, конечно, я голосую за картофель. Ты за что голосуешь? За чипсы или за картофель? И за то. Не знаешь, кому отдать свой голос? Папа, да, твой голос решающий. В этот раз я голосую за натуральные картофельные чипсы. Ура! Наши чипсы. Ручной работы, да. А кого тебе больше понравились? Да, и те понравились мне. Мои понравились и или те, и другие? Нет, нельзя так сказать. Нельзя? Нет. Значит, мамина. Мамина понравились больше? Да нет, шучу. Конечно, дочь твоя. Почему, конечно? Потому что они с укропом были. Мне с укропчиком больше понравилось. Ну, правда, у нее почему-то хрустели действительно больше, чем мои. Не знаю, в чем секрет. Я надеюсь, что наше видео оказалось для вас полезным. Теперь вы знаете и умеете, как приготовить чипсы. Не остаться дома голодным, если вдруг не оказалось родителей. Ну и мы пошли кушать. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока. От меня вам мой фирменный воздушный поцелуй. Так торопишься, потому что хочется быстрее все съесть? Да, все. До свидания. Пока-пока.